Главный вопрос, который обсуждался на заседании комитета – противодействие Российской Федерации попыткам ослабить международный контроль над каннабисом. Спикеры рассказали о работе, проделанной в уходящем году. Это противодействие незаконному обороту наркотиков, координация и укрепление межведомственного взаимодействия в антинаркотической сфере. Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. В текущем году в нашей области выявили 315 очагов произрастания конопли на общей площади почти в 16 тысяч квадратных метров. Удалось уничтожить почти 11,5 тысяч тонн наркотикосодержащих растений. Из незаконного оборота в этом году правоохранители изъяли почти 220 килограммов наркотических средств.